«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Не просто услышать, а увидеть, а еще проконсультироваться с высококлассными специалистами по выбору роддома. Такую возможность представляет будущим мамам Клинский роддом каждую неделю в день открытых дверей, экскурсий и презентаций «Пятница». Клинчанке Александре Суховой рожать в конце лета, но будущая мама с выбором роддома решила не затягивать. В день открытых дверей отправилась в Клинский роддом. И теперь даже не сомневается, что ее малышка появится на свет в родном городе. Все очень хорошо, все очень понравилось, атмосфера такая прям. Ну, я посоветовала всем наш Клинский роддом. Группу будущих рожениц провели по палатам и коридорам, познакомили с условиями проживания женщин в интересном положении, рассказали о возможностях этого современного роддома, показали родильные залы. Кстати, палат для индивидуальных родов здесь втрое больше, чем обычных. Это на случай, если кто-то из представителей сильного пола отважится поддержать свою половину в момент рождения ребенка. Ну, раньше у нас не было этого всего сделанного. Смотрите, отделочка. Это все родзалы под разного цвета, под разного... А потом, если четыре женщины, как раньше, рожали в одной, какие мужчины могут быть? Это специально сделано для индивидуальных родов. Только за первую неделю июня в Клинском роддоме на свет появилось 40 малышей. А стать участником дня открытых дверей в роддоме можно без записи. Достаточно прийти сюда в пятницу в 13:00. Валентина Мордовина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.